Глава Северского района Андрей Дорошевский посетил несколько школ и детских садов муниципалитета. В образовательных учреждениях проходят ремонты, а в некоторых и масштабные преобразования. В школе номер 43 станицы Северской продолжается капитальный ремонт старого корпуса на общую сумму более 28 миллионов рублей. Здание 1904 года постройки. Памятник архитектуры. Сейчас ему фактически дарят вторую жизнь. Усилена конструкция стен, заменены балки, стропила и кровля. Ведутся внутренние отделочные работы и наружная штукатурка. В средней школе номер 45 станицы Северской за счет местного бюджета на сумму, превышающую 2 миллиона рублей, устанавливают новый забор. Ранее ограждением служила сетка-рабица, имеющая неприглядный вид и не отвечающая требованиям безопасности. Работы закончат до конца июля. В ходе визита глава района обратил внимание на устаревшее спортивное оборудование школьного стадиона. Я еще вам дал поручение вот сюда дополнить оборудование спортивным, игровым, вот вместо вот этого, либо в дополнение к этому. Чтобы поставить, да, формы, да, уличные? Да, может быть, какие-то уличные тренажеры, может быть, еще какие-то современные комплексы. Давайте посмотрим, что можно с этим сделать. Большие перемены произошли в облике детского сада номер 25 поселка Афипский. На привлеченные средства спонсоров отремонтировали крыльцо и козырек у входной двери. На средства, выделенные из районного бюджета, это около 700 тысяч рублей, полностью заменили электропроводку на первом этаже. Своими силами и благодаря все тем же спонсорам обновили и группы. Большой объем работ и большие средства нужны для благоустройства территории садика. В данный момент проходит капитальный ремонт теневых навесов. Деньги на это выделены законодательным собранием Краснодарского края – около 2 миллионов 300 тысяч рублей.